Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «У полі зору транспорт». У студії журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною експерт Асоціації транспортної галузі та інфраструктури Ігор Юрійович Житінський. Доброго дня. Добрий вечір. Ми будемо сьогодні говорити про проблеми транспортної галузі Миколаєва, а також про шляхи їх вирішення і позиція, зрештою, громадськості, як можна зробити краще. Отож, давайте розпочнемо з першої такої новини, яку, в принципі, не так давно оприлюднена. Відставка профільного міністра. Андрій Пивоварський, який був міністром інфраструктури, і зараз він тільки виконує обов'язки. Які були до нього зауваження і, зрештою, як це позначиться на галузі транспорту Миколаєва? Ну, що стосується заявлення міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, ну, давайте вспомнимо, вообще, як його происходило його назначення. Коли формувався уряд Яценюка, тогда было объявлено, что будет формироваться уряд технократов, будут, министры придут, специалисты с большой буквы, профильные, что они будут согласованы с профильными ассоциациями, что они получат мандат доверия и президента, и парламента, и общества. Все это восприняли позитивный сигнал, все ждали прихода технократов в правительство. Что по факту получилось? По факту мы увидели, что должность министра инфраструктуры оказалась в той или иной степени разменной должностью по тем кулуарным договоренностям, которые связаны были с формированием кабинета министров между парламентскими фракциями. И эту должность занял Андрей Пивоварский, который не имеет, скажем так, профильного отношения к Министерству инфраструктуры. Он, да, менеджер новой формации, он зашел в министерство, завел свою команду замов, начальников управлений, тех, которые не имеют никакого отношения к Министерству инфраструктуры и к транспорту. И на сегодняшний момент я не знаю ни одной профильной ассоциации в транспортной сфере, которая бы позитивно отзывалась о деятельности данного Министерства инфраструктуры. Насколько быстро сформируется новая команда Министерства инфраструктуры, мне трудно сказать, потому что на примере министра здравоохранения мы видим, что человек уже 8 месяцев уходит со своей должности, и это сказывается на работе министерства. Я хотелось бы пожелать, чтобы все-таки работа в министерстве строилась более интенсивно. И, конечно, те недоработки, которые были присущи этой команде, все-таки быстро начали исправляться в положительную сторону. Потому что ну, недопустимо, когда человек, занимающийся предпринимательской или бизнес, решающий бизнес-вопросы, приезжает в министерство, а в министерстве никто не знает, кто должен подписать ему те или иные бумаги, потому что они говорят, у нас происходит реформа, полномочия у нас забрали, а кому их передали, никто не знает. И от этого происходит и качество наших услуг, и техника безопасности, и вообще и перспективы развития бизнеса. Поэтому, скажем так, для меня принятие решения Андреем Пивоварским об уходе как бы является закономерным. Но только хотелось бы пожелать, чтобы у нас как бы приход нового человека еще не оказался еще хуже, чем был предыдущий. Потому что, как правило, мы учимся почему-то не на чужих ошибках, а только на своих. Дякую за коментар. Дивіться, ваша асоціація працівників транспортної галузі та інфраструктури, ви постійно порушуєте проблему транспортних перевезень в Миколаївській області, в Миколаєві, і ведете, в принципі, досить активну роботу у цьому напрямку. Зараз, наскільки мені відомо, ви зробили звернення до президента України з проханням унормувати всі, так би мовити, проблемні питання галузі Миколаївщини в плані транспорту. І от які основні позиції цього звернення? Розкажіть, будь ласка, що там є? Чего вы просто? Ну, давайте сразу, мы когда рассуждаем на тему тех или иных проблем в транспорте, нам кажется, что мы только видим видимую часть айсберга. А мы никогда не задумываемся, откуда эта проблема появилась. Вот на прошлой передаче мы рассказывали о том, что в Николае проходил конкурс на пригородных межгородских маршрутах общего пользования. И мы тогда поднимали вопрос, что только наполовину объектов конкурса выставились претенденты. На другую половину претендентов не нашлось. О чем это говорит? Что за предыдущие годы фактически конкуренция на рынке пассажирских перевозок резко сократилась. На рынке появились монопольные игроки, которые фактически могут диктовать свои условия как власти, так и тем, кто пользуется услугами, пассажиру.
А почему это произошло? Мы начали анализировать, почему такая тенденция складывается, почему конкуренция уходит с рынка пассажирских перевозок. И какая складывается картина? Все мы сейчас реформируем органы государственной власти. И мы понимаем так, что чиновник, который занимает ту или иную должность, он должен свою должность использовать для улучшения того направления, куда ему громада доверила направление работы. А когда у нас в 2000-х годах представители бизнеса, которые вошли во власть, которые возглавляли управление транспорта, понимая, какая есть проблематика в транспортной инфраструктуре, какие проблемы с подвижным составом, вместо того, чтобы правильно двигать и исправлять ситуацию в Николаевской области, используя то, что они входили во власть, начали создавать коммерческие структуры и развивать в этом направлении свой бизнес, а потом, чтобы свой бизнес увести от уплаты налогов, начали создавать автовокзалы-клоны на остановках пассажирского транспорта, это по улице Чигрина, наглядный тому пример. Это вопиющий факт, когда чиновники, используя служебное положение, создали монопольные структуры автотранспортные, создали автовокзалы-клоны, которые позволяют уклоняться от уплаты налогов, фактически начали паразитировать на рынке пассажирских услуг. Тем самым они убили конкуренцию на этом рынке, а сейчас всем диктуют те условия, которые они считают им для экономики это выгодно. И самое важное, никто не против, что да, сложились такие условия на рынке перевозок, но будьте тогда социально активным бизнесом, платите налоги. Я вам приведу пример, который мы в письме к президенту приводим. Почему этот бизнес монопольный не платит налоги? Вдумайтесь, Николаев Авто, автопредприятие, на 100 единиц техники, которая выезжает каждый день по маршрутам, у них по декларации около 70 человек только работает в штате. Хотя при минимальных расчетах, чтобы обслуживать такое количество транспорта, должно быть в штате как минимум 150 человек обслуживающий персонал. О чем это говорит? Что идет прямое уклонение от уплаты налогов путем скрытия их через теневые схемы нелегальных автовокзалов, которые не продают билеты, не страхуют людей. И эти факты мы показываем на пальцах фискальным органам, показываем прокуратуре, милиции. Чтобы внести в открытие уголовного дела, нам приходится обращаться в суд и в судебном порядке заставлять эти правоохранительные органы возбуждать уголовные дела. То, что на поверхности лежит. Такие факты, которые вопиющие факты, в наше время уклонение от уплаты налогов, государственные служащие этого не видят. Элементарный факт, это не наш факт, что мы нашли, это факт нашли журналисты. Когда наша страна столкнулась, скажем так, на историческом переломе, когда была революция гидности, и когда то же предприятие, которое относится к этому же собственнику, Орион Авто, возила людей, тетушек на Майдан. Есть номера машины, есть рейсы, есть видеосюжеты, все это. Прокуратура полтора года не может разобраться, кто кого возил на Майдан и для разгона Майдана, для каких целей. Я уверен, что в конечном итоге найдут крайнего водителя, который сидел за рулем, а кто его посылал туда, выйдет сухим из воды. Вот эти вопиющие факты, эта безнаказанность, она переходит из одной системы в другую систему. Поэтому мы обратились к президенту. Если мы строим новое государство, то у нас и отношение к бизнесу должно быть по-новому, а не так, что использовал свое служебное положение, развивал свой бизнес монопольный, и сейчас не хочет выполнять никакие нормативные законодательства. Поэтому не должно так быть. Все должны платить налоги, все должны предоставлять качественные услуги, и все должны быть перед законом равны. А не так, что у нас получается, мы анализируем те фирмы, которые появляются на рынке и которые являются и имеют монопольное положение на этом рынке. Что мы видим? Что фирмы, которые связаны с этим концерном, в них учредителями оказываются люди, которые по своей служебной вертикали должны были контролировать за наведением порядка в этой сфере. Это люди, которые имели отношение к правоохранительным органам. О каком порядке мы можем говорить, если эти люди, которые должны были наводить порядок, фактически стали соучредителями этих коммерческих структур? Скажите, пожалуйста, какая позиция облдержадміністрації в цих питаннях? Вы доводили до відома, це зрозуміло. Я вам хочу сказать, что позиция облгосадміністрації, сейчас мы видим и те посылы, которые посылает губернатор, это наведение порядка на рынке пассажирских перевозок.
Мы прекрасно понимаем, что пассажирские перевозки – это, может быть, не самая больная тема в области. Есть и дороги, есть еще ряд других, есть и пенсии, и зарплаты, и рабочие места, и все остальное. Мы это все прекрасно понимаем. Поэтому мы через свои посылы и предлагаем власти, что надо проанализировать, почему такая ситуация сложилась на рынке пассажирских перевозок. Наверное, что-то мы все эти годы делали немножко неправильно. Почему мы дали чиновнику в кабинете возможность стать монопольным игроком на рынке автомобильных перевозок? Почему без разрешения городской громады появились нелегальные автовокзалы в городе? И кто их крышует? Потому что мы в своем обращении к президенту указываем, что городской совет не давал разрешения на открытие нелегального автовокзала по улице Чигрина. Он не давал отвода земли по этому. Но почему-то автовокзал работает, и почему-то с этого автовокзала автобусы на Одессу уходят по цене 100 рублей с пассажира, а с международного автовокзала, который находится в 10 метрах, и который легальный, который платит все налоги, и который продает билеты, платят за проезд 60 рублей. И почему сейчас воины АТО не могут уехать с Щегрина, потому что им билеты не продают, значит, льготы на них не распространяются. Они все идут, отправляются с международного автовокзала. Так о чем говорится? Что у нас получается один бизнес – это для простых людей и должен платить все налоги, а другой бизнес – для мафии, которая на этом наживается и создает свои коррумпированные схемы, и коррумпирует всех по вертикали. Поэтому мы обращаемся и к власти, и мы поддерживаем позицию губернатора, и мы слышим сейчас посылы и мэра города, чтобы навести порядок с пассажирскими перевозками. И мы должны четко говорить, мы очень благодарны, скажем так, нашим избирателям Николаевщины, что они наконец-то транспортную мафию не избрали в депутатский корпус, и у нас теперь хотя бы депутатскую комиссию по транспорту не будет возглавлять монополист, как это было до сегодняшних выборов. Это уже позитивные сдвиги, потому что не может быть человек, который предоставляет услуги в депутатском корпусе, сам себя контролирует, как он их предоставляет. И отсюда мы видим хамство водителей, разбитые маршрутки, бардак вообще с расписанием, некачественные услуги и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы сейчас идем по пути того, что эти гнойники надо вскрывать и давать им правовую оценку. И почему мы сделали обращение к президенту? Потому что мы прекрасно понимаем, что только воля губернатора и воля мэра города недостаточно. Потому что все фискальные, контролирующие, правоохранительные органы назначаются центральными аппаратами из города Киева. И кто у нас сидит в фискальной службе? Ну вот понимаете, парадоксальные вещи. Мы обращаемся в фискальную службу, показываем механизм уклонения от уплаты налогов. Мы, общественники, мы должны только показать сигнал. Они должны разбираться в том, как это происходит. Они нам пишут ответ, ваши факты не подтвердились, а потом на основании чего? Ваши факты не подтвердились, потому что мы не проводили проверку, потому что по закону эту проверку мы не можем проводить. Так как вы тогда можете утверждать, что эти факты не подтвердились? Ну, насколько мне відомо, якщо немає факту обелечування, то значит немає и каси. Понимаете, вопрос заключается в том, что для мышки вопрос заключается, надо просто задавать вопрос, для чего многие люди занимают свои должности? Чтобы на них наживать себе состояние или облегчить жизнь простому труженику, который пользуется общественным транспортом. Я понимаю, что тут те же, кто сидит в Укртрансинспекции, тут кто сидит в фискальной службе, они, скорее всего, они общественным транспортом не пользуются. Они ездят на служебных машинах или на своих личных дорогих машинах. Но вопрос же заключается в том, что вам эти граждане дали механизм контроля, механизм управления. Вы должны служить во имя этой громады. А у нас получается в том, что да, все декларируют, что да-да-да, а все, а ВОЗ и ныне там. Поэтому мы поднимаем эти темы, мы обращаемся и к президенту, и во все правоохранительные органы. Мы верим, что все равно мы эту ситуацию переломим, потому что другого варианта нет. Понимаете, та утопическая ситуация, когда мы ездим на машинах, которым по 30, по 40 лет с дачной на ЛАЗах, и считаем, что мы идем в Европу такими дорогами, с такими автобусами. Но это абсурд. Поэтому я, как эксперт, считаю целесообразным, что мы должны власть направить в том направлении, что она должна создать конкурентную среду на рынке пассажирских перевозок. Если у нас сейчас задушили мелкий бизнес в области,
Значит, давайте приглашать бизнес з других областей. Кто готов инвестировать сюда? Кто готов... Такі, які будуть гравцями на цьому транспорті? Я уверен, что и в Николаеве есть такие люди, которые готовы вложить средства в покупку нового подвижного состава. Но надо им показать прозрачные правила игры. Сказать, что да, вы инвестируете иную сумму денег, вы закупаете новый транспорт, а мы вам гарантируем, что 5 лет вы будете получать доход, который вам позволит возвратить те средства, которые были потрачены на закупку транспорта. Вопрос заключается в том, что ну, это неправильно. Вы вспомните, год назад, когда перевозчики кричали о необходимости повышения проезда, связанных с подорожанием топлива. Двичи так и было так. Да, тогда топливо стоило 24-26 гривен. Сколько сейчас топливо стоит? 18 гривен. Почему никто не говорит, что эти перевозчики должны хотя бы на 50 копеек снизить стоимость проезда? Насколько я знаю, в угодах там сказано, если цена варьируется там, до 10%, то есть подстава для перегляду тарифа. Вы понимаете, вопрос у нас же как? Да, угоды есть, но и выполняются они или нет? А кто их будет выполнять, если до последнего времени депутатскую комиссию по транспорту возглавлял главный монополист Буркун Валерий Васильевич? Он сам под себя делает угоды, сам их не выполняет и сам себя контролировал. Я надеюсь, что теперь хоть ситуация изменится. Но вопрос бы заключается в том, что если бы даже не опускать стоимость проезда, вы хоть обновляете подвижной состав, покупаете новый транспорт, более вместительный, более качественный, почему вы этого не делаете? Потому что это всем выгодно, это сверхприбыли, это наличные теневые деньги. Скажіть, будь ласка, от ми на початку нашої бесіди ви розповіли, що на цьому тендерному комітеті, де розподіляються маршрути, не було заявників на здається, 50 маршрутів. Що це означає і чому такі факти взагалі мають місце? Тобто це значить, що віддалені райони, віддалені села не матимуть транспортного сполучення. Як це має вирішитися? Ну, знаете, это просто вопрос заключается настолько монополисты настолько начали чувствовать себя вольготно на рынке Николаевской области, что они на этом конкурсе выставились только на самые прибыльные маршруты, понимая, что другие маршруты у них никто не заберет, они просто на следующем конкурсе выиграют, потому что нет конкуренции. Нет конкуренции. Эту конкуренцию они когда были при власти, они ее убили, а теперь этим пользуются. Поэтому для этого надо, я же говорю, что надо менять стратегию развития транспортной отрасли в регионе, надо привлекать инвестора, надо давать дорогу малым перевозчикам и давать им зеленый светофор, что мы, власть вас будет поддерживать, идите и работайте. Потому что, поймите правильно, есть маршруты разные. Там, где человек, который сам ездит за рулем, для него этот маршрут может быть экономически выгоден, потому что он сам на себя работает. А для крупного предприятия с его инфраструктурой, с его финансовой налоговой нагрузкой, для него это невыгодно. Так надо определять приоритеты. Там, где мы даем мелкому перевозчику возможность поработать, а там, где должны работать более крупные. Ну, а тут опять же идет перекос. Министерство инфраструктуры, скажем так, не в состоянии было адекватно принимать нормативную законодательную базу, потому что она вообще не понимала, чем занимается министерство и куда оно движется. И мы получилось так, что фактически на протяжении последних лет мы получили, как бы, такое, знаете, свободное падение в транспортной отрасли. У нас каждый, кто как хотел, трактовал направление движения, нормативную базу, каждый под себя договаривался, что-то перекраивал, и получился этот дисбаланс. Ситуация эта крайне негативная. Потому что если будет конкуренция на рынке, тогда мы будем конкурировать и по стоимости проезда, и по качеству услуг. А когда у нас идет монопольное, бандитское, криминальное отношение на этом рынке, и когда перевозчику запрещают уходить с нелегального автовокзала, говорят, если ты пойдешь работать на легальный автовокзал, мы завтра пустим нелегальных перевозчиков, и ты вообще останешься без работы. Фактически бандитскими методами заставляют работать на нелегальных автовокзалах автопредприятия, и либо в лучшем случае заставляют их сдавать в аренду машины монополисту, чтобы он дальше себя чувствовал вольготно. Насколько я знаю, пассажиры все одно користуются послугами цих перевізників. Тобто, приміський автовокзал, міський автовокзал, люди сідають в ці маршрутки, їдуть. Чим вони ризикують? Чи ризикують взагалі? Понимаете, простой гражданин не должен задуматься, в какую маршрутку он садится. Его задача получить качественную услугу и по времени выехать. Не так, как у нас идет, пока он полный не забьется. Это идет прямое нарушение законодательства. Не может перевозчик двигаться, не соблюдая график.
В договоре четко указано, что он должен соблюдать, движение должно происходить сугубо по графику. И вокзалы это должны контролировать. А если у нас вокзалы, частные лавочки, которые принадлежат, тому, принадлежат собственнику автопредприятия, понятно, что они делают все, чтобы интересы пассажира не соблюдались. Поэтому это механизмы власти контролировать, чтобы гражданам доставались услуги. Если мы видим, что у нас Укртрансинспекция превратилась из структуры, которая наводит порядок и следит за контролем, фактически в структуру, которая обслуживает просто крупный бизнес и зарабатывает на этом деньги, и она полностью себя дискредитировала, эта структура. Но здесь мы должны, на наш взгляд, здесь должна облгосадминистрация и органы местного самоуправления перехватывать инициативу и, скажем так, сигнализировать и центральным органам власти, и в рамках своей компетенции принимать решение, чтобы этого безобразия не было. Потому что это комфорт и безопасность людей. Ну дивіться, до останнього часу, ми знаємо, місто не стоїть, маршрутки їздять, автобуси їздять, тобто, напевне, і городян певною мірою це влаштовує. Хоча ми знаємо, що в інтернеті дуже часто ми бачимо випадки аварій, дуже часто люди скаржаться в соцмережах на якість, на стан технічний, на неприємну поведінку водіїв, тобто, напевне, не всіх це влаштовує, наскільки я це розумію. Ну ви знаєте, тут є різні точки зрения. Вопрос заключается в том, что, вы знаете, жители Николаева, Николаевской области, они не родились под гнетом некого бизнесмена Буркуна и его семейства. И пока это семейство не уйдет из рынка, они должны все время, всю жизнь пользоваться их услугами, и он над ними будет издеваться. Это как бы неправильная позиция. То, что человек этот на протяжении очень многих лет, используя все правды и неправды, фактически принуждает людей пользоваться этими услугами и с тем качеством, которое он предоставляет, так это как раз наша общая проблема, что мы этого допустили. Что мы допустили, что чиновник превратился в супербизнесмена и наживается на проблемах громады. Поэтому мы обратились к президенту, что просим, чтобы он взял под личный контроль работу правоохранительных органов по наведению порядка и проверки тех фактов, которые мы указали в своем заявлении. Это уплата от налогов, это создание преступной группы, это и так далее. Но это должны, кто-то должен все-таки этот клубок распутывать. Потому что это, если это будем все замалчивать, то мы так и будем в каменном веке и ждать прихода Европы к нам сюда. От ви говорите про конкуренцію, про належний рівень гравців на цьому транспортному ринку. Якщо у нас з'являться дійсно нові постаті, нові фірми, нові перевізники, наскільки це зміцнить, покращить транспортну галузь? Тобто, я так розумію, це буде підвищення якості. Ви маєте на увазі цей момент, так? Во-первых, вопрос заключається в тому, що у нас должно хоча б елементарно виконуватися ті норми, які перевозчик должен виконувати. Я уже в предыдущих своих ответах сказал, ну не может быть такого, что пассажир приходит, садится в автобус, а автобус только отправляется тогда, когда он набьется полный. Получается, у нас не услуга для пассажира, а пассажир для услуги. И получается, пассажир никуда не может пожаловаться. Потому что, я говорю, Укртрансинспекция бездействует, милиция, прокуратура бездействует, фискалы бездействуют, все делают вид, что ничего не происходит, а люди возмущаются. Ну не может быть так. Если мы строим социально ориентированное общество, у нас должно быть приоритет, в первую очередь, человек. Все для человека быть. И мы должны, и чиновник в первую очередь должен быть для человека. Поэтому вопрос заключается, что никто не знает, что не продаются билеты на нелегальных автовокзалах. Все об этом знают. Что все, никто не знает, что льготников не пускают в автобус. Все об этом знают. Где контролирующие правоохранительные органы? Что людей не страхуют, не дай бог с ним что-то в дороге случится. Все об этом знают. Но значит, всем, кому-то это выгодно. У нас сейчас создаются антикоррупционные комитеты созданы. Это наглядный пример коррупционного сговора на рынке пассажирских автомобильных перевозок. И я просто убежден, что все-таки... И губернатор, и мэр города обратят внимание и заставят правоохранителей навести порядок в этой сфере. Дякую за таку розмову. Будемо чекати. На цьому час нашої бесіди вичерпано. Шановні глядачі, це була програма «У полі зору транспорт». З вами був журналіст Олександр Молодцов. Про такі неприємні речі сьогодні нам розповідав експерт галузі Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури Ігор Житінський. Дякую за розмову. До побачення.